Пора идти. Нет места. Ничего не могу взять. А теперь-то что? Thank you.
мешает. Даты. Странные воины гнались за нами по пещерам. Мы двигались быстро. Слишком быстро, чтобы можно было что-то подробно описывать. Большинство солдат погибло в бою. Они дрались храбро, но враг был сильнее и многочисленнее. В конце концов, Лопес, я и единственный выживший солдат добрались до величественного храма. Даже не представляю, как людям удалось построить такое здание под землей. Путь нам преградила тяжелая дверь. Лопес, задыхаясь, хриплым голосом приказал Пересу, последнему конкистадору, прикрывать его, пока он занимается механизмом. Дверь начала открываться. Но наша радость по поводу этого успеха
была омрачена предсмертными воплями Переса. Я слышу их до сих пор. Надо перебраться. Первое декабря 1603 года. Посреди ночи меня разбудил странный шум. Лопес по-прежнему смотрел на костер, от которого оставались уже только угли. Я спросил у него, слышал ли он этот шум, но он только что-то буркнул в ответ. Я набросил ему на плечи одеяло и снова развел костер. Затем я сел и прислушался. Издали доносились вопли и шипения, искаженные лабиринтом пещер. Но за этими звуками слышалось слабое гудение. Я уже слышал что-то подобное раньше, но очень редко, и только во время молитвы. Это было похоже на глаз Господа. За этой дверью.
Чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо.
чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Хорошо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо.
делать? Осталось чуть-чуть. У меня нет столько места. Thank you.
Две двери. Ну, конечно. Надеюсь, последние. Чтобы вода лилась на колесо. Колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Thank you.
Хорошо. Это обнадеживает. Вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Эти фигуры, они как те существа, только красивые. Яшиль, богиня защиты. С
Серебряный ларец и щель выковали в раю и принесли на землю. Существа создали ларец. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Здесь. Значит, он здесь. Затмение и цапля. Татуировки на руках Унрату. Но где же ларец?